Нур-Отан поможет выпускникам школ, не сдавшим ЕНТ. В партии окажут содействие в дальнейшем обучении и трудоустройстве. Сегодня подписан четырехсторонний меморандум по третьему направлению партийного проекта «Сятты Кадам», главная цель которого – задействовать всех, кто не преодолел пороговый уровень при сдаче ЕНТ. Документ подписали первый заместитель председателя партии Нур-Отан Мухтар Кулмухамед, министр образования и науки Ерлан Сагадиев, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Исполнение поручений главы государства позволяет нам решить триединую задачу – вовлечь молодежь в активную общественную жизнь, обучить их востребованной специальности, а также оказать содействие в обеспечении новых предприятий молодыми перспективными кадрами. Ни один выпускник школ не должен оставаться без нашего с вами внимания. Это обоюдно выгодная инициатива как и для молодежи, так и для нашего общества.